друзья. Вторая серия нашего времяпровождения на рынке. Мы уже тут какие-то кое-какие покупочки сделали. Огурцы, клубнику. Ну, это я зашел в аптеку. Кстати, вот такие леденцы от горла очень хорошие. Там женщина нарисованная. Ну и сироп традиционный имбирный. Вчера, видно, когда приехали с экскурсии, хлебанул из холодильника холодной пепси, и все. И привет горлу. Суккуленты? Суккуленты нельзя. Нельзя. Вон этот шелкопряд. Сколько стоит? Таможенные правила запрещают перевозить данные растения. Пампушки. Контрабандисты. Ну, все однотипное. Или мы зашли в такой угол? Ну, вон там что-то раздербанили. Толстолоб, наверное. Да, толстолобик. Вон какой большого размера. У китайцев голову цедится. Толстолоба. Жирные, вкусные. Ну, это верхогляд, по-моему. Дальше сазаны лежат. Лапша. Вон кто-то соевое молоко попил или не допил. Сколько тебе дать на твои цветочки? Ну, на обратном пути. Ну. Тут колоритное место. Хотите весело использовать, провести время, приходите на рынок. Не обязательно китайские, можно и на среднеазиатские, да. Нам в Нальчике тоже нравилось ходить по рынкам. Да. Везде местная национальная продукция. Очень интересно. Вон чипсы лежат. А? Пойдем на обратную сторону? Не, ну, хочешь, дойдем до конца, нам все делают. Вот сколько. А, видите, яйца на развес продают. Это в России по количеству. Взвесили, по QR-коду щелкнули. И все. Все, вот так происходит оплата. Десять, 2,5 килограмма. Что? Ну, наверное. Он мелкий, да. Хлеб. Бампушки всякие разные. Ну все, сворачиваем. У нас еще с той стороны есть. На этой штучке. Ну это антикварная лавка. Ну все, там дальше зеленуха. Так, поворачиваем.
Так, два ананаса чищенных за 10 юаней. Ну, с жары, когда приходишь, раз ананас заточил. Угу, медок. Ну, картофан пошел, лапша. Ну, все то же самое. Масло гонят, да? Или что это? Масло. Масло, да. Раз. Свежий отжим такой. Ну да. И все. Натуралка. Ну да, вон какие-то грибы лежат. Он говорит, вкусно. 20 юаней дал за баклажку. Сдачи не дают. Значит, такая стоимость. Он 20-ку ему дал. Вон эти кексики. Он там уже и месит. И выпекает тут же все при вас. Наисвежайшее. Ну а запах какой ванили из дома. Вот тут уже новая ячеечка готовится. Вот мясная вырезка, какую хочешь, сальцом, без сала, здесь вон чебуреки всякие, булочки, а вон смотри, какая красивая рыбка, да, запеченная. Ну тут горни какие-то, знахарей у нас нету. Что-то вкусненькое. Имбирь надо взять, да? Сейчас. Ну, здесь погнали кукурузные палочки. Пять юаней. Смотри, какой целый мешок за 5 юаней. Домой привезем. Вот ты представляешь, ларец. Около телевизора лежишь, это самое. И вот этот мешок рядом. И все. Зачем какой-то кузи тебе нужен этот самый? Вот тут вон. Хочешь помельче, хочешь побольше. Сколько у нас это? Кукурузные палочки, кузи стоят. Вот тут 9 юаней 2 килограмма. А зеленухи сколько? Все дуванчики повыкапывали, наверное. Ну, смотри, яйца 10, 12, 15, 5, 8. А, ты женщину смотришь это, да? Около машины где-то. Или мы уже прошли ее? Какая-то рекламка идет, что-то предлагают. Да.
высекать рыбник. Ротаны, что ли, бычки? Ну да, ротаны. Речная озерная рыба. Здесь масло гонят. Наверное, тоже отличается. 3,50. 35, вернее, 43, 48. Это разные производные. Ну, говорят, как семечки. Ну, имбирь, что ли? Здесь тебе сразу перемолят, вон, агрегаты какие-то стоят. Масалыги. Угу. Махуа делают традиционные китайские. Здесь какая-то рекламная акция. Ну, говорит, видишь, хорошая вещь. Женщина рукой машет. 7,50, ну я не знаю, шелковица или как, это надо у супруги спросить. Красиво смотрится. Где моя жена? Что-то я ее уже потерял. Наверное, за цветочками ушла. Садовод-любитель. Наверное, денег не хватило. Я здесь, а. Тебе денег дать? Нет, говорит. Бери две за пять. Я говорю, нет, две за пять. Два цветка за пять? Да. Не, мне просто не это. Ну... Я хотела просто щипнуть до него. Понятно. Ну, лапшу продают, по-моему. Ой, фу, воняет. Запах такой. Это... Тухлятины. Да, это вонючая туфа. Да, вонючая туфа. Ё-моё. Я думаю, как мне в нос шибануло. Я думаю, сейчас упаду. Привет, Михаил. А здесь? О, контрафакты сколько. Адидасы, Найки. Вон есть. Оп. По 50 юаней ветровки. Кроссы по 89. Мясная продукция. Да, сейчас надо еще в сторону едальни сходить. Ну все, рынок, друзья, мы вам показали. В общем, мы не прощаемся. Мы будем с дядей еще один денек будем. И что-нибудь интересного для вас снимем. О, батату надо домой привезти. Всем пока. Продолжайте нас смотреть.